роза. А для тех, кто ищет ту самую пудру, причем мы говорили о том, что есть понятие пудры, аромат пудры. Очень многие ассоциируют это почему-то с пудрой Ланком. Когда-то Double Finish, которая пахла розой. Ну, вообще у Ланком отдушка розы всегда была. Но смешение с тальком, вот эта роза с тальком давала вот этот эффект пудры. Что-то приятное, косметическое такое, как аромат уход, да, что-то вот из таких пудрово-кремовых, приятных, как говорят, уходы, аромат ухода за собой, какого-то хорошего крема, какой-то хорошей пудры. Так вот, наконец-то у Кудрей вот в новинке осуществилась эта мечта, кто ищет именно пудры Ланком, кто ищет пудровых звучаний, вот они создали аромат ирис роза. Все парфманьяки и как бы эксперты в один голос твердят, что это именно аромат той знаменитой пудры Ланком. А ноты: листья фиалки, экстракт болгарской розы, абсолю ириса, гелиотроп, масло ириса. Вот ирисы и фиалки – это вот пудра-пудра. Вот, основные пудровые компоненты. Гелиотроп, древесина, бобы тонко, белый мускус, ваниль, лабданум и пачули. Мега стойкий аромат, мега женственный. Тоже можете его предлагать на подарок для интеллигентных, элегантных. На весну, на лето. Очень красиво на коже раскрывается. Вот такое вот какое-то настроение вот мега-мега-мега женственности. Вот можете посмотреть, как выглядит в упаковке. То есть очень как бы стильно, добротно. Здесь логотипчик такой Кудрей с их адресом. Ну, коробочка. Вот 100 мл. Ирис роза, туалетная вода. В банной линии, правда, к этому аромату нет еще пока. Только один аромат. Вот единственный. Но, возможно, в разработке.